В Иркутской области правоохранительные органы пресекли деятельность целого производства контрафактного алкоголя. В Нижнеудинске, Тулуне и Саянске обнаружены склады, в которых находились производственные цеха и хранились крупные партии готовой к продаже фальсификатной продукции. Также выявлены торговые точки, в которых происходила реализация продукции. Изъято 5000 литров водки, свыше 1500 литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотара. Возбуждено несколько уголовных дел, предполагаемые организаторы незаконного бизнеса задержаны.